Добрый вечер, дорогие друзья! Итак, я в Кишиневе, и рядом со мной вот сидит хозяин этого дома замечательного и прекрасного. Доехала я нормально, мне очень понравилось на автобусе. Значит, ехали мы прям так хорошо и быстро, и все замечательно. Ну, единственное, что с погодой. Приехала я в Кишинев из Болгарии, из Варны, по приглашению своей подруги с Ютуба, Людмилы Ожог, правильно сказать? Ожог. Ожог, вот, все-таки Ожог. Вот, и ее мужа, вот он со мной сидит. Погода в Кишиневе, как и сейчас везде, наверное, какая-то такая резкое похолодание произошло. Еле меня отогрели сегодня, но очень мы замечательно так погуляли. Мы вот тут, между прочим, пьем вино прекрасное, уже почти выпили. Какое это, скажите? Савиньон, молдавское, вот, показываю. Это белое, да? Легкое, белое. Вот. Грызем орешки с собственного... А у вас несколько даже деревьев, да? Несколько. Да. И вообще, как я сегодня поняла, грецкий орех, или вы называете его просто орех? Да, назовем грецкий орех. Вот. Или, вот. И это такой, как бы, даже символ Молдавии. Вот он легко ломается. Легко с дерева падает, да? Да, да, да. Только повыше надо. Вот так поднять. Да. Какие они вкусные, давайте попробуем. Давай. Я, кстати, нет, немножко ваших орехов я сегодня попробовала. Попробовала. Вот здесь вот лежали чищенные, да? Вот. И что мы сегодня посмотрели интересного, оказывается, я даже предположить такое не могла, и никогда не думала, что Кишинев стоит на 7 холмах. Вот мне сегодня Вадим это показал наглядно. Да, да. Мы на одном из холмов живем. Вот, они живут на одном из холмов. И расскажите нам еще про ваши холмы. Мы сегодня прогуливались по озеру, которое раньше называлось Комсомольское, которое было выкопано. Ну, рассказывайте. Ну, это озеро копал Леонид Ильич Брежнев. Ну, не лично копал, я так понимаю. Ну, он тоже участвовал, ну, как бы он руководил всем этим. Есть фотографии, где он с лопатой стоит. Вот, значит, прогулялись мы по этому озеру, увидели, что восстановили, да, вот... Основную лестницу. Лестницу, которая здесь фонтаны была раньше, и это приятно, и парк такой ухоженный, очень красиво все. Метут, стригут, стараются. Стараются, да, это приятно, что, в общем, такие... вещи происходят, да? А потом мы попали на такое замечательное мероприятие во дворе краеведческого музея Кишинева, да, проходило, ну, там очень длинное название, но смысл в том, что, как мне объяснили молодые люди, с которыми я беседовала, это фестиваль сохранения народных традиций. Вот, и... Приобщить молодых людей к творчеству и к искусству бывших мастеров и кулинарии, да, и кухни, и вышивки. Вот, да, то есть все вот эти виды народного творчества. Я засняла очень интересное видео, там как раз и про особенности молдавской кухни, причем это готовилось все в настоящей печке, и мамалига болгарская, и плаценды, вот. Это, ну, просто необыкновенно вкусно, и цуйки мы там попили, настоящие сливовые. И, конечно, вино, выступал белое. Ансамбль, я так поняла, что это сельский какой-то ансамбль, сельский да? Ансамбль. Вот, и пели, и... Нет, танцев не было, нет, но танцев пели очень интересные такие костюмы у них были. Вот, и особенно, конечно, парадок. Представляете, я так мечтала увидеть, ну, вот какие-то национальные традиции и что вообще сегодня происходит в этой области. Вот, что происходит в Молдавии в этом направлении там. И вот просто сразу нам так повезло, потрясающе.
И очень меня порадовало, что молодые люди, во-первых, там были, ну, такие, им лет 15-16. Неискушенные. Наверное, да? Вот, значит, кстати, я впервые увидела, из чего строятся молдавские дома традиционные. И вот очень интересно, там, значит, дома они строили, оказывается, из глины, в которой в определенной пропорции смешивается с соломой. Вот, и потрясающе совершенно... Деревянная форма, и делают кирпичи. Да, и делают вот такие большие кирпичи. И то есть все тепло, это... тихо и экологично. Экологично, вот. И самое-то приятное, что молодые ребята, вот у них, например, летом в этом году был специальный лагерь, где их обучали всему этому, да, и теперь они уже с такой гордостью мне говорят, что мы мастера, да, мы мастера. Мы уже знаем, как это делать, как это вот все строить. И когда я спросила, а зачем вот вам это надо, то есть что это вы профессионально как-то будете использовать или что, то мальчик, которого, кстати, его зовут Анатолий, и фамилия у него даже какая-то такая русская, но он молдаванин, вот он мне сказал. И он сказал, что это самое главное, что сохраняются традиции, и как бы дух передается вот это, да, вот культура. И, конечно, это было очень приятно все это слышать. Не спонсировалось это? А спонсировалось это ЕС, да. То есть вот изучение национальной культуры, национальных традиций, оно спонсируется Европейским Союзом, что вот тоже как бы... Удивляет, приятно. Да, ну, честно говоря, меня это не очень удивляет, потому что я уже привыкла, что в Болгарии очень много вот таких вот мероприятий, которые связаны именно с национальной болгарской культурой. Сохранение оно, традиций. Да, спонсируется Евросоюзом, и именно для того, чтобы последующие поколения тоже вот это все узнавали. Так что, конечно... Очень этот момент, я думаю, что интересен и важен. Вот, значит, что мы еще там хорошего увидели? А, с этим очень интересным человеком мы познакомились, который, он мне сказал, вот, что он сейчас... Да, он вообще, оказывается, по образованию юрист, проработал всю жизнь в криминалист. И вот он, значит, проработал криминалистом, причем преподавал, как и преподаватель выступал последние годы. А когда вышел на пенсию, то он подумал, чем ему заняться. И очень активный такой товарищ, и он мне вот очень интересно тоже рассказывал, что у меня, говорит, сохранились такие журналы, как, например, «Наука и жизнь», «Юный техник», там, «Садоводство» или как-то вот этот вот. И я, говорит, их все время просматривала и думала, что бы такое выбрать. И в конце концов он создал союз, ну, типа огородников, да, вот, всемолдавских. И очень активно, причем, несмотря на свой возраст, они там и на Фейсбуке, и в соцсетях, значит, работают в других. И вот он, например, в Молдавии ввел такой праздник, как он мне сказал, клубники и... И что-то... А, и мёда, фестиваль, и фестиваль тыквы, и его даже короновали как король тыквы, то есть вообще все вот очень интересно. Он одевал корону, кстати. Да, он одевал корону, потом я выложу фотографию, но самое главное, вы посмотрите это на Ютубе. Значит, мамалыга – это каша из кукурузной крупы, наверное, скорее, потому что мука более мелкая. Делают ну, и так, и так. Так, ну давайте, рассказывайте. Ну, кукурузная крупа – это более грубая мамалыга получается. А кукурузная мука – это нежная мамалыга, там добавляют и масло сливочное, и сметану добавляют. И потом, конечно, но обязательно... Но это потом, то есть варится... Нет, добавляют иногда даже в сметану. Процессе? В процессе, да. В процессе. Но варится это с водой. Варится это с водой. С водой. Сначала небольшая порция варится, да. Заготавливается. В течение 25 минут доводится до кипения, делается такая жидкая масса. Потом в нее начинает потихоньку добавляться уже эта крупа кукурузная. До густой массы доводится, мешается. Постоянно мешать надо. Подсолить. Да, это правильно. Точно. Да. И выпаривается эта вода до того момента, и когда размывает, вот. ты хочешь погуще, ты хочешь поплотнее мамалыгу, она будет такая. Ты хочешь более жидкая, чтобы она была небольшую порцию. То есть это все зависит от желания. Мамалыга чем еще хороша, ты ее хранишь
например, в холодильнике, взял, нарезал ее, поджарил, и она опять вкусная. Свежий вкус. Она свежая, вкусная. То есть да. Можно наварить на большую такую порцию. Не говоря о том, что ты накрошил соленые брынзы, положил ложечку сметаны, там поджарил что-то рядышком. То есть молдаване вообще кушают мамалыгу руками. Они берут кусок и макают в сметану, макают в брынзу. Вот таким образом. Вот я сегодня видела, как там женщина учила маленьких детей. Вот она им как раз это и рассказывала, да. Что берете мамалыгу. И мамалыга режется ниткой, но не режется ножом. Причем да, она режется сверху. Но сегодня она подкладывается снизу и режется. Но для меня тоже сегодня было такое открытие, что здесь... Они очень разные бывают. Очень близко до Одессы. Они складываются по-разному, они бывают разные формы. Они жарятся по-разному. Какая-то плацента жарится на сковородке, какая-то в духовке. А я вот сегодня первый самое раз вкусное, узнала, что из тыквы бывает. С капустой мы ели, с да? Капустой. С капустой плацента. Это удивительно зелень для меня. Капустой. Я всегда считала, что это вообще либо сырани, либо вот творог. Но вот то, что сегодня там предлагалось, у них вообще не было брынзы сырани по-болгарски, да, у них было именно... С брынзой вы кушали горячую плаценту. Это творог. Разве брынза? Они мне объяснили, что ну, это творог. Ну, у нас, знаешь, по-молдавски брынза – это творог. Вот чем штука. Интересно. Да, по-молдавски брынза – это творог. Так, Татьяна, молдаване – очень светлые, добрые люди. Конечно. Спасибо. Да, сегодня я убедилась. В общем, для меня, конечно, это было настолько потрясающе, что мы попали вот на такое мероприятие. Алена Горячева, я не любительница мамалыги, но вы так вкусно рассказываете. Можно сделать приложение с рецептом мамалыги, с удовольствием сделаю, угощу гостей. Это вот мой муж пишет, которому ну, приезжают в Суздаль том, со всего мира гости, том, и он да. им там готовит дело еду. Дело в том, что мамалыга... Надо понимать, что это определенная культура. Кроме вот, того, что ты, точно. Кроме того, что ты ее сделал, к мамалыге необходимо еще кое-что подать. И, конечно, чтобы это было вкусное вино и хорошая компания. Вот, знаете что, я хочу сказать, что я с детства вот эту, к этой мамалыге приучена в Румынии. Да, вот я вам говорила, что друг да. моего отца молдаванин, он ее готовил, мне она очень нравится. И, но я, например, сколько бы я ни экспериментировала, я не могу сварить так же вкусно. Ясно, это процесс. Дело в том, что мало кто знает, что вот заготовка для мамалыги, когда я сказал, насыпается небольшое количество крупы, подсаливается, она слегка, она до кипения доводится. Ну я вообще такого, конечно, никогда не делала. Сначала ложится несколько ложек крупы так. в кипящую воду, подсаливается, и вот эта масса, она должна покипеть немного, и потом добавляется уже потихонечку мука. Так вот, если эту массу не доводить до мамалыги, а ставить вот в таком жидком виде, то это колоссальное средство от простуды и от гриппа. Жидкая мамалыга, вот жидкая совсем мамалыга, вот. Которую почти можно пить. Вот она является именно средством борьбы с любой простудой. Она горячая, замечательно. Так она вот сохраняет это горячую заметку температуру. Надо взять. Да, да, да. Есть там название, классно. Я сейчас сразу не могу сказать, там есть название определенное. Да. А потом, мне кажется, что еще очень важно, ну вот какой-то дух, да, какое-то настроение той местности, в которой ты находишься, вот тогда ты ешь эту национальную еду, и действительно какие-то вот сочетания, с чем сочетать эти продукты, вино, причем опять-таки именно какой-то местный такой сорт, да, ну потому что, например, в Молдавии любая трапеза, она обязательно проходит с вином, да, сухое вино, к примеру. Вот. И вот это все тоже очень важно, потому что мне кажется, что в Суздале вот эту мамалыгу не сваришь. Ну как? Вот я вам говорю, что на большой тарелке, кроме мамалыги, обязательно есть и сметана, и соленая овечья брынза покрошенная, и творог соленый, и зелень обязательно. Человек сам себе выбирает, чем да, хорошо, что... это очень демократичное блюдо. Человек сам себе выбирает, что он хочет взять. И причем оно сочетается, оно по-моему, сочетается, совсем, да, буквально. Да, вот. Шкварки еще делают молдаване. Да, да, и с мясом, и с мясными, с рыбой, и с овощными, с рыбой жареной, и с рыбой. С рыбой жареной тоже обязательно. Я вот это вообще первый очень раз вкусно. Слышу. Очень вкусно, да. Вот Лиля пишет, что у них вот в Одессе в каждом дворе живут молдаване, ну, по крайней мере, раньше, и поэтому, как бы, ну, Одесса это вообще такой уникальный город, да, где действительно живут много национальностей, и они
как бы передают друг другу вот эту вот свою культуру, впитывают это все. А вот, кстати говоря, у нас вон там сзади, видите, какой букет Молдавии, какие гортензии. Это вот работа рук Людмилы. Ну, про это у нас будет отдельный рассказ, да, Алена? Это ваша Алена. Алена, скажи папе привет из Тулуна. Привет из Тулуна. Здорово, абсолютно. Аленушка, привет, дорогая. Она очень, кстати, хорошо готовит молдавские блюда, Алена. Да? Да, я научила. Она там во Франции. Подождите, живет, а мы малым живет, она отсюда перевозит? Ну, там есть да? русские магазины, где она покупает эту муку и старается именно... Вот, во как. Ну, это от желания зависит. Так, Алена – это дочь, которая тоже художник, и живет она во Франции. Сейчас она в Тулоне живет. Вот такая вот интересная семья. И вот такой сегодня у нас был очень интересный, конечно, день. Вот представляете, вот первый день, да, и настолько он интересный. А завтра мы готовимся ехать на экскурсию и в скальный монастырь. И что там у нас еще? Какое-то место, вот связанное со старой, да, с древней историей, да, да. Молдавского народа. Ну хорошо, но это получается тогда тоже Днестре, даки? На Днестре. Это даки, получается, предки? Даки, скорее всего, да. Такие же, как и у румын, если я правильно поняла. Даки и римляне, да. Нет, ну даки это те, которые римляне завоевали. Ну, там вот они и завоевывали, и потом взяли и понятно. Сделали. Вот, так что смотрите, следите за нами, будем вам рассказывать интересные вещи, которые здесь происходят. Будем мы изучать, как живет сегодня Молдавия, хотя вот Вадим мне сегодня сказал цифры, которые действительно на меня произвели, ну... Такое впечатление грустное, что 1/3 молдаван сегодня находится за границей, да, вот живет, работает, то есть, ну, я естественно, думаю, они курсируют, думаю, курсируют туда-сюда, но, тем не менее, тоже люди... За счет этого живут банки, конечно, люди, которые выехали зарабатывать, да. Присылают деньги сюда через банки. О, мы же сегодня еще в храм заходили, забыли рассказать. В храм обязательно заходили. Так, всем мы желаем, что хорошего вечера. Как мы скажем это по-молдавски? Сяре бона. А не буна сяра? Буна сяра – это если вы здороваетесь, добрый вечер. Да. А хорошего вечера – сяре буна. Наоборот, сяра буна. Вот, значит, мы вам желаем сяре буна. И можно добавить еще, если вы не против, из Гумилева. Луна давно покинула утесы, прозрачное море зон. Ну, это уже ушло из эфира. Или... Нет, это еще в эфире. Смотря как тучи легкие проходят сквозь лунный столб, что в море отражен. Одни из них мечтательно находят, что это поезд багдыханских жен. Другие верят, это в кущи рая уходят тени набожных друзей. А третьи с ними спорят, утверждают, что это караваны лебедей. Фу как. Вот так. Вот так и коротаем вечерок с Гумилевым. Ну хорошо, всем пока. Мы вам тоже желаем самого приятного вечера. Горячий привет из Молдавии.